Хоть там мне начесывать. Что он че, умеешь одеваться, надеюсь? А я надо. Или тоже сейчас не будешь попадать? Дим, неправильно одеваешь штаны. Переверни. Переверни штаны. Ширинку найди у штанов. Где ширинка? Вот молния, да? Она спереди молния. Вот. Да, на камеру тебя снимаю, потом тебе покажу. Когда тебе 20 лет будет, я тебе покажу, ты будешь смеяться. Диме сейчас 4,5, да? Да, как? А я ты снимаюсь. Снимаю, как ты одеваешься. Куда Дим собрался? Куда? На балкон. А, думал, ты в армию, мы тебя провожаем. Сам одеваешься, да? Оп. Заправляйся сам, давай. Хочешь заправляться. Нет. Папа, подойди, тебя папа застегнет там. Молния. Хоть заправился бы. Неужели тебе удобно так? Живот сними. Все. Что, ботинки одевай, шапку, иди ищи. Ботинки, а какие ботинки наденут? Ну, носки какие-нибудь одень. Носки тебе, теплые носки одень, которые там лежат, и шапку. Носки? Ага. Тепленькие. Вот эти? Ну да, эти одевай. Тюмани, а на дизе носки тут одену. Вот завтра на танцы будешь так же сам одеваться. А то тебе каждый раз как ляльку одеваю. Нет. Устаю, мама, устаю. Еле-еле сам оделась. Еле-еле. Если то, хорошо. Ну, а в садике ты как будешь сам одеваться? В садике там уже дети все умеют одеваться. Конечно, уже все умеют одеваться, раздеваться. Приведут тебя голышом. А пятка? Ну, пятка тут у тебя, смотри, где сбоку, а на пятка где должна быть? Пятка на пятке. Внизу, да? Пяточка на пяточку должна лечь. А ты как одеваешь? Задом наперед. Конечно, у тебя будет. Вот. Вот. Видишь, встал. Все. Шапку одевай. Учиться-то надо. Учить его. Хочешь на балкон, оденься, иди. Я помню, как я одеваться училась. Тоже со слезами не получалось. Пуговицы, помню, застегивать не получалось у меня. Все, вроде перед зеркалом, помню, застегиваешь, все, однако одно. Хоп, неправильно. Не ту шапку, Дим, зимнюю одевай. Зимняя, да, я знаю. Ну, конечно, раз зима, значит, зимняя шапка. И варежки одену заодно. Да варежки не надо. Вот это? Да, эту шапку. Ну что, заняться? Ну, сойдет, ладно. Ну ладно, сойдет. Сойдет. Все, можешь идти. Все, иди. Иди ищи свои шурупчики. Могу я крылья оставить? Ну ты закрой потом. Чтобы тебя проветриться. А, ты оставил? Я нет, мой нормально. Вот эти суп. Ну, ты только за инструкцию, что ли, все это время одевался там? Вот, видишь, сколько у тебя игрушек. Аккуратно, не роняй там. Не рычи. Кубики вон достань, успокойся. Кого? Кубики. Это не то. Ну не трогай ты, ради бога. Аккуратно смотри. Да, только наверху завалить осталось. Сколько у тебя, видишь, игрушек. А ты говоришь, игрушек мало. Еще мне покупайте, еще. У тебя он битком их. Господи, пистолет держи. Дай его засуну. Обои. Обои пусть лежит там. На, держи тоже. Так ты его все равно повытаскиваешь. Не, будешь. Не будешь, ага.
не переломай мне там. А зачем мы молоток купили? У меня же есть. Ой, а это кто это? Василий. Батюшки, вон он где, твой Василий. А он замерз приход на приход. Он есть голый. Голый был, конечно. Мяч. Вот ты там что, я тут мяч не надо. Но он уже весь сдулся, уже весь мягкий. Не надо, давай. Ты пошел искать что, шурупчики? Да. Вот ищи шурупчики. Дим, ты меня сейчас тут нахулиганишь нафиг. Ищу. Ты не там ищешь. Ну, среди коробок нету? Нету, да? В занозу там сейчас. Вот это не занозно. Я за бассейне за 4 лета уже. Да, тут на 11 лет. Один лет? Это коллекционная. Это маленькая где-то? Для взрослых. Ну ты долго тут будешь пошиться-то? Крокозябль. Долго ты, долго. Я буду для вас идти. Вот. Какой босой болтик. Офигеть. Давай побыстрее, Дим. Стараешься. Ты не стараешься. Ты полез за одним уже, а достаешь совсем другое. Ну не я же, а кто еще? Ты, конечно. Койки не за... Койки вы постелите. О, хотелось. Я. Да. Что? А что ты нашел там? Такой костюм. А бывает... Так, только аккуратно все складывай, Дима. Бывает, Дима, аккуратненько складывай, пожалуйста. Будь хорошим ребенком. Будь умничкой, пожалуйста, Дим. А то папа не будет открывать конструктор. Надо аккуратно все сложить. А я не вкладываю. Ну, сложи. Хоть не... Он все равно открывает. Ну, шоколадку я тебе не дам больше. О, какой конструктор. Что, все вываливай? Да, все. Как много! Аккуратно, Дим. А тут смотри, можно. О, слушай, тут инструкции есть. Ну что, сейчас я что-то буду. Вот что, мама прятала. 2 года прятала я его. Да я думал, Дим подрастет, думаешь, подрастет. Там вообще дома можно отсюда. Смотри, что можно собрать. Я уже. Это тебе подарок от деды Вовы. А я уже с басой стал, и вот я хочу играть. Вот сейчас я. Вот тебе конструктор, игры. Вот и играй. Но я хочу вот этот конструктор. Вот он и есть, играй, строй. Я хочу. Вам с папой тут теперь надолго, надолго, да, папа? Искала, что ли, мама, до ночи. Ага. До ночи. А вот это двери. Да. Ну что, пап, сидим-то? Да вот думаю, еще посадрать там что-то. Ну ты начинай, а потом продолжишь. Давай я поработаю. А я долго. Смотри, как надо делать. Вот так вот. Сильно, пресильно. Никак. Коленка. А, если в руку не получается, то об коленку точно получится. А я паровоз собрал, между прочим. Пап самый первый собрал паровоз. Чуть-чуть. А я самый первый дома забрал. Я сейчас буду человечку собирать. Где? Потом ты опять смотри. Поехал. Все, сейчас человечек начнет. А Дима там дом что ли строит? Дима дом строит. А ты не так, ты не так. Ну все, человечек собран. Да, как солдат. Сколько их посчитаешь? Да. Кого? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А тут у нас целый лес, да, лес, заповедник. Смотри.
попробуй собрать. Попробуй. Кого? Самолет. Самолет? А вот это самый будет высокий дом у нас в мире будет. Угу. Да? Как ты сейчас сделала? Так. Так. Читай, Дим, читай. А ты читать-то умеешь? Не умею, конечно. А что читаем-то? Смотри, какой селобот. Я... Да, вот ты собери. А я умею. Ну как, смотри, как там. Ну тогда получится смешной какой-то. Ну, и хорошо. Будет он пугать меня. О, какой мама домик. Красивый. Окно. Окошечко. Сюда я даже заходить. А тут не хватило чуть-чуть. Кто там? Кто там в домике живет? Кто? Это там Дима живет? Дима живет в домике? Нет, мама. Дима в домике живет. Мама.